Разброс цен на школьное питание по Башкортостану от 20 до 68 рублей. Такие цифры озвучили на традиционном часе образования в Доме Республики. Разницу связывают с отсутствием единой системы питания. Также специалисты указали на затруднение контроля качества услуг компаний, которые занимаются обслуживанием школ. Часть из таких организаций, согласно докладу, не обладают необходимым опытом. Радий Хабиров предложил не душить представителей бизнеса в этой сфере, а искать пути совместного развития направления и заключать долгосрочные контракты, чтобы предприниматели ради перспектив наращивали качество и были уверены в своих инвестициях. Мы хотим, чтобы у нас крепко стали на ноги поставщики качественного питания в школах. И первое, что мы действительно, мы об этом говорили, вот объявляю, переходите на долгосрочные контракты. Правильно? 5 лет, 3 года, чтобы коллеги, которые приходят, могли инвестировать, могли технологическое оборудование менять и понимали горизонт своего планирования. На сегодняшний день горячим питанием охвачено 73% школьников. В регионе сейчас действуют две модели обеспечения образовательных учреждений – силами самой школы, либо компанией на аутсорсе. В этой системе действует 115 операторов питания.